Здорово, друзья мои хорошие, это протектор-наблюдатель, это Брэннос в броне Т-45, на заднем фоне у нас котята, где-то здесь еще я видел Валентайна, ходил, что там делал. Ну что ж, это Fallout 4, я вас приветствую, мы продолжаем с вами проходить. Наше задание было добраться до этого места. Сквозь боль, слезы, муки и страдания мы все-таки сюда добрались. Значит, Вёрджил попросил добыть для него сыворотку. То есть там лекарство, чтобы он снова стал человеком. Что-то напоминает историю с Халком немножко, да? Да и он по виду немного на Халка похож. Плюс, наша задача текущая на данный момент, это найти, я так понимаю, институт. Будем искать. Нам рассказали, что надо найти сначала охотника, убить его, огромную какую-то, блядь, хреновину, и после мы сможем с вами добраться до этого института. Хорошо, давайте пробовать. Если верить карте, он находится хрен маме где, поэтому давай-ка я туда, наверное, перемещусь. Если я выйду наружу, там у нас помимо радиации бродит еще огромная хрень, которая хочет меня убить. И даже вот этот вот робот, который показывает, что семеро насрали, один ходит, нам не поможет. Все пытаются что-то сказать, все пытаются как-то поучать. Один говорит одно, второй говорит другое. И хрен маме ты тут развернешься. Чё, большая мензурка? Украсть большую мензурку и помереть. Это был бы верх тупизма, наверное, и алчности. Предохранитель, вещь, наверное, хорошая. Катушка силового реле, допустим. Пустая масленка. Ну, заебись же, хули. Наука Тесла. Excellent. Слушай, классная штука, я, пожалуй, заберу. И вроде как он даже не агрился на это дело. Как вы думаете, силовой элемент, который у меня подходит к концу, осталось примерно 20%. Что мне делать? Вот если бы не телепортация, я бы, наверное, здесь уже копыта двинул серьезно. Давайте я попробую ТП-шнуться, а мы с вами посмотрим, куда нам надо. Мы находимся вообще фиг знает где, то есть это за пределами карты. Так, наша задача вот, добраться до института. И я предлагаю туда ТП-шнуться. Переместиться в выбранную точку, да. В данной точке быстрое перемещение недоступно. Хорошо. Давай тогда в Diamond City или, например, в станцию Оберленд. Да что, вы издеваетесь, что ли? Diamond City можно? Самое обидное, что и Diamond City переместиться пока нельзя. Есть тюрельки, то есть как бы ученый понимал прекрасно, к чему надо готовиться. Светящаяся сучка моря. Способность медик продлевает действие и повышает эффективность стимуляторов. Господи, я не хочу в эту локацию. Это самая нелюбимая локация. Я здесь умирал много раз, много мучений испытал. Вот что? Что это за локация такая? Зачем? Скажи, пожалуйста. Давай попробуем сейчас вот переместиться. Может и можно, почему бы и нет. Да. Ёптвою налево. Это же у нас получается олененок с двумя башками. Это круто. Хотя двуголовый рад олень и выглядит жутковато. При малейшем намеке на опасность он обращается в бегство. То есть инстинкт у животных не поменялся с радиацией. Он бежит, несмотря на то, что у него две головы, в два раза больше шанса навалять вам. Но он все равно убегает. Хорошо. Ну что же, у нас 10-й левел, как бы, да, я так понимаю. Неплохо, потихонечку прокачиваемся. Одни говорят, что надо качать интеллект, вторые говорят, прокачивай оружие, иначе будешь бегать как оборванец всю игру. Третьи говорят, что что-то говорят, в общем-то. Ну что ж, посмотрим. Необычное прохождение, я прекрасно это знаю. Если бы все просто давалось, какой смысл играть в Fallout, если все дается просто? Блять. Не-не-не-не-не-не, я же не об этом говорю. Сукин ты сын, а? Блять. Как неудачно-то мы вылезли с вами. Ух ты, там что-то лежит. А что это такое? Пусковая установка? Я взял какую-то пусковую установку. Я не знаю, что за пусковая установка, чем мы там пускать собрались. Но я эту штуку забрал. Я предлагаю потихонечку отсюда уходить как можно быстрее. Пока что у меня есть силовая броня. Я чего хотел, собственно? Я ее хочу оставить где-нибудь и попробовать пойти пешком, потому что люди говорят, оставь ее в Diamond City, это будет безопасно добраться, а может попробовать в ней, давайте в ней херушки штам-то, ладно. Так, у нас есть вода, у нас есть возможность здесь переплыть, и я предлагаю этим Фонарик у нас есть? Есть фонарик, да? Я слышу, что там кто-то у нас гасится. Или это такая музыка, либо кто-то стреляет. Под водой прикольно. Прикольно, но не хватает жести. Самая классная фишка, когда я находился под водой, это было в игрушке Арк. В Арке это сделано настолько круто, что ты не хочешь выходить из воды, потому что тебе нравится там находиться. Ночью особенно круто. Так, вижу тачку.
Вижу очертания автомобильки. Так, давай мы сделаем вот таким вот образом, чтобы я мог хотя бы отсюда выйти. Радиация под водой у нас 50%. Ты можешь отсюда выйти, пожалуйста, скажи мне? Вот так. Кто-то стреляет, кто-то там гасится в кого-то. Чудесно. Главное, чтобы костюм у нас не сел, когда мы находимся под водой. Вот это был бы лютый трешак. Учитывая, что у меня осталось одно деление, я как бы тешу себя надеждой, что я смогу отсюда выплыть. Давай, родной, давай, просто иди прямо. Точнее, родная, мы же играем за девушку. За девушку, которая потеряла своего мужа и своего сына. Так, где это я, твою мать? Я вышел на какой-то мост, и вроде пока все нормально. Кстати, у меня есть светящаяся лампочка, я даже не знал о ней, я особо ей не пользовался. Так, давай посмотрим. Вот, вот это другое дело. Мы перебрались с вами, я очень надеюсь, что я перебрался туда, куда надо. Да, теперь надо двигаться немножко левее. Значит, Вёрджил рассказывал, что надо активировать какой-то там передатчик рацию, чтобы уловить сигнал этого охотника. Так, а где, скажите, пожалуйста, Найджел, господи. А, вот ты где. Валентайн. Я думаю, что мы выключим пока фонарь, он нам шибко сейчас не нужен, поэтому побежали смотреть. Значит, вот где-то здесь. Подожди, а рация, сейчас посмотрю, я просто не особо ей пользовался. Diamond City, карта. Ну хорошо, давайте придем посмотрим. Может быть, там мы найдем то, что ищем. Я бы, наверное, достал все-таки оружие, потому что ходить так опасно. Благо, костюм еще позволяет хоть что-то делать. Развалины института мы с вами нашли. Но так как институт уже находится в другом месте, как нам говорят, надо использовать телепорт. Поищем, может, какие-то зацепки есть. Предметы. То есть я поднял какую-то охрененную штуку. Коллиматорный. Криолятор. Это не то все. О, пусковая установка. 150 урона. Цена 314. Неплохо. Я ее чисто случайно заметил. Я думал, что это типа горелки какой-то стоит. Военная частота АФ-95. Найден сигнал охотника. Вот теперь я так понимаю, что можно настроиться на сигнал охотника. Так, готово. Выследить охотника по радиоволне. 14.40. Ага, вот, 12. 10. Не-не-не, мы, по-моему, немножко не туда идем с вами. Вот такой вот моднявый у нас институтец был. Так, мы движемся вроде как правильно. Немножко назад. 18. Я боюсь представить этого охотника, поэтому я делаю быстрое сохранение. Знаю, что там есть специальная кнопка. Ну так просто привычка уже. Так, мощность 24. Давай посмотрим. Блин, меня вот реально что стремает. Не то, что я умру много раз, а то, что у меня оружие не самое шибкое. Слушайте, там что-то там неладное творится. 36. Значит, Вёрджил говорил, что охотник — это охрененно крутое что-то непонятное, которое может тебя размозжить очень быстро, и от тебя даже следа не останется. 50%. Мы вроде как движемся даже правильно. Так, Ник, может тебе что-нибудь дать получше? Я потом этим займусь. Так, 62%. Ой, там рейдеры. Хреново. Хреновостенько. Давайте я немножко это дело обойду. Потому что там я просто запрыгнуть никак не смогу. Я это обойду сейчас. Даже пробегусь, наверное. Учитывая то, что я в броне, конечно, можно было бы сыграть. Так, 71, давай. 76, отлично. Я не бегу, не хочу тратить патроны. Может, я еще повоюю в этой броне, если там реально огромная какая-то поебота появится, то у меня будет хотя бы шанс на спасение. GreenTech Genetics, друзья мои. Вот, мистер Хэнди, здорово, мистер Хэнди, как твои дела? Да, мистер Хэнди, это хорошая тема. Его тоже можно как бы завербовать и проангажировать на наши с вами интересы. 86. Ой, мы уходим. Чё там за... Ёб твою налево. Сучены дети, а? Так, одному завалили. 89, нам сюда получается, да? Нет, не сюда. Слушай, а где же этот... Воу, дружище! Стоять! Стой, хуяк с одного, блядь, выстрела, а? Как тебе такой, сука, расклад? Крышки, стимуляторы, кий, кастет, блядь. Чё только у тебя нету? 81. 70, это что такое? Укрытие Пуловски. Чё это такое вообще? Я такого не видел тут раньше. Камбэк, блядь. Я сейчас такой, сука, камбэк сделаю. Камбэк, no more.
Камбэк, блядь. Вот я тебе сейчас такой камбэчище дам. Смотри, хоп. Отстрелили мы, походу, что-то. Нет питания, вот и закончилось наше питание. Хоть патронов заберем. Ну, можно и ходить. Можно и походить, конечно, я думаю. Так, значит, где-то в этой области находится то, что мы ищем. Наверное, вот здесь. Что мне подсказывает. Туда надо забраться. О, Ник, ты чё расселся-то? Ники, вставай. Вставай, Ники, вставай. Давайте дадим ему стимулятор, прям в шляпу вколем ему. Зачем Синту стимулятор, который лечит людей? Вопрос. 89. Давай, давай, детка, 91. 92, давай, 93. Вот, я же говорю нам сюда. Вот здесь находится то нечто. Я, честно, я даже не знаю, что там будет у нас. Заходим. Может быть, где-то тут валяется силовый узел, надо будет посмотреть. Я так и не понял, друзья, зачем вы начали присылать активно скриншоты расположения? Я это посмотрел, я и сказал об этом еще в ролике. Я на паузе посмотрел, где находится силовой узел, нашел его и взял. Можете не присылать, я прекрасно сам знаю, что где находится. Спасибо, конечно, за помощь, за то, что такие вот у меня проницательные. Но, тем не менее, мы попали с вами. Я даже боюсь сказать, куда. О, боже, боже, твою мать. Так, ладно. Чё это такое? Крышка, урна, это урна для мусора, господи. Крышки, очки в черной оправе, грязная армейская форма. Все, конечно, хорошо. Я знаю, что у меня нет питания, пожалуйста, ни-ка не фоль мне мозги. Ну, хоть как-то, мы же можем ходить, правильно? Хоть какая-то движуха у нас как бы с вами есть. Может быть, здесь есть и силовой узелок, надо будет посмотреть. Так, телефошек, зажигалка. Что у нас полезного тут? А многие почему-то решили после просмотра ролику по War Thunder, что я... мне не нравится Fallout. Друзья мои, мне игра нравится, она прикольная. Она прикольная, но есть касательно нее разного рода мысли. Поэтому я советую посмотреть War Thunder-овский последний выпуск, мы там с дядей это дело обсуждали. То есть если дядя, допустим, ее раскритиковал полностью, и там она ему не нравится, мне игра нравится. Если бы она мне не нравилась, я бы не тратил на нее свое время, и я просто бы заморозил проект, как делал иногда с другими игрушками. Здесь интересно. По крайней мере, она держит вот меня, как не особого фаната Fallout, тем, что интересно полутать, посмотреть, повоевать. Она затягивает. И беседка это прекрасно понимает. Так, мне, судя по всему, наверх надо, да? Потому что больше ничего у нас нет. Я извиняюсь за то, что мы ходим пешочком, как туристы, не знаю, там, по Турции какой-нибудь. Ну, другого варианта пока что нет. Это моя защита. Охотник на втором этаже. Стрелять на поражение, если будут другие, отправляйте подкрепление в лобби. Охотник на втором этаже? Кто-нибудь вообще кого-то, блядь, видит? Я только трупы вижу. Крышки. Не, братан, прости, но бегать пока что сегодня мы с тобой не можем. Кто-нибудь видит охотника? Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Нихера себе. Падай, сука. Не-не-не, не выходи. Блин, я все время путаю Е и Кью. Падай, падай, быстро! Хрена себе! В самом деле, они могут украсть броню вашу! Падай, сучка! Ники! Ники, делай что-нибудь! Ники, пожалуй... Давай мозги нахрен! Так, туловище, голова, давай в голову нахрен. Не, вот в этого не надо, давай в эту. Пошла же, да? Ну, стреляй же, сукин ты сын! В чем проблема, твою мать? Кью выбрать. Тапот, ну ладно, пинем. Тупая гниль, блядь. Лут! У него монеты были. Сукины дети, а? Сучки вы такие. Так, хилиться будем, не? Я так понимаю, что, видимо, нет. Сегодня нам захилиться не удастся. Неудобно. Я знаю, что у меня забиндено было на нуле. Я нажал ноль. У меня, естественно, закончились стимуляторы. Хотя я вроде как находил даже. Окей, давайте я сниму эту броньку. Она реально замедляет мое передвижение в данном случае. И попробуем повоевать уже непосредственно так. Неудивительно, что Брейна завалили максимально быстро. Надо еще похилиться. Сука, как можно было, блядь, броню так поставить? И не выйти, и не зайти. Ладно. Исправим ситуацию. Исправим это маленькое недоразумение. Давай. Ну я ж не знал, что проход у нас такой. Все, вынимайся. Вы не можете снять броню здесь. Почему я не могу, если я это хочу сделать? Вот. Ее могут украсть. Ее могут здесь украсть, хоть она и не кошерная особо. Но это лучше, чем ничего. Так, чудненько. Сейчас мы все полутаем, все позабираем. Тут, по-моему, крышки были у нас. Это были крышечки. Вот мусорки, по-моему, да? Мел. Заберу, мало ли.
Найдем какую-нибудь беремчатую красавицу, дадим ей пощелкать мило. Их тем более тянет на это дело. Автомат с ядерколой. Что ты мне скажешь? Ядерколы. Вот это ништяк. Это ништяк, который мы сейчас будем с вами принимать. Помощь. Антиродинчик давай жахнем. Так, готово. Полностью вылечились. Готовый завтрак. Вишневая ядерколы. Радиации сколько у тебя? 5. Многовато. Так, но зато она повышает нам здоровье. Я, опять же, не удивлен, что меня быстро грохнули. Опять же, было очень мало жизни. Сейчас мы подхилимся, я поем, попью. Да, вот эту дрянь. Давай. Квантовой колы тоже навернем с тобой. Вот, и квантовая кола, в отличие от ядер, повышает очень быстро. Здоровица-то наша. Что у меня есть из оружия? Что у меня есть интересно? Вот такой вот автомат есть. Так, сейчас мы быстро все сделаем. Я предлагаю тут сразу засейвиться. У нас вроде как ситуация более-менее терпимая. Сейчас оттуда пизда братьев. Ох, сейчас навалит, ё-моё. Так, давай быстренько. Get down, bitch! На, сука. Пошел нахрен! О-о-о, неплохо это было. Так, тюрельки, стрелки и всякая нечисть, блин. Тихо, сучка! Хуёк, смотри. 3 выстрела, отлично. И сразу можно попрощаться. Так, ублюдыши. Так, дверь открывается, я нахожусь как бы перезарядки сейчас. Что это за скелет еще у нас тут? Телефон, блять. Зачем тебе брать? Что там там? Что там за... Объеденная вилка. Шикарно. Готово. С тюреликой вроде как расправились. Такое впечатление... О-о-о! Ники, ты там кого стреляешь? А, еще чучело наверху спряталось. Сейчас, подожди, родной мой. Потрошки, все это надо позабирать, потому что потом времени у нас не будет. Кто там меня гасит? А, понял. Готово. Кажется, это был последний. Рейдеры, видимо, тоже пришли за ништяками. Зря. Вот мы нашли с вами лечилочку, костюм охранника стрелков. Бутылка с коктейлем Молотова я заберу. Коктейль Молотова вещь хорошая. Чё, это автомат? Я думал, это дуло, чей-то там ствол лежит. Но не тут-то было. У нас проблемка как бы с оружием. Чувак, ты, кажется, руку свою забыл. Блин, какие они все модные у нас. Так, там никого. Давай двигаться дальше. Посмотрим, колбочки разные. О, как его распидорасило. Слушай, а что тут было? Да, судя по тому, что я вижу... Мне кажется, тут взорвалась бомба какая-то, блядь. Граната или еще что-то. Да, крышечки. Все это нам надо. Крышки, довоенные деньги, еще крышки. Зачем, спрашиваются, крышки, да? То есть, ну, вопрос вроде примитивный. А с другой стороны, где ты еще столько налутаешь? Военная электросхема. Вещь хорошая, наверное, была бы. Что это тут у нас? Вакуумная... Оп! Просто нахрен разорвало. Так, сучаты, блядь. Сейчас тебе, сука, покажу. Ах ты ж косая тварь. Оп, хорошо. Чё это из тебя выпало? Лазерный пистолет? Я заберу. Потом посмотрим, что это за хурма. Ядерные батареечки. Блять, мяса сколько, а? Сколько ж мясца? Камуфляжики. Друзья мои, а где, собственно, сам охотник? Блин, у меня 9 патронов осталось, лажа. Бутылочка из-под ядер кола, игрушечный грузовик и часы. Ну нахера тебе это все? Тебе это не надо. Вот крышки, пожалуй, я бы забрал. Давайте посмотрим, что у нас еще есть из оружия. Не шибко много всего, к сожалению. Блин, с патронами-то жопа. Ты вот сейчас себя ловишь на мысли, что у тебя крах, блядь, по патронам. Придурок, блядь. Живой слишком, сука. Так, нам дали левел, привет. Прямо в щи стреляешь, и он умудряется еще... Чё же, хуюси? Давай, давай, ну стреляй же. Ники молодец. Вот Ники реально сейчас красопепа был. Так, что ты мне бы прокачал сейчас, Олежа? Ловкость, харизма, интеллект. Если прокачиваешь интеллект, мне писали, что дают больше очков за какие-либо дела. Давайте урону будем сопротивляться лучше. Потому что нас чпокают, блядь, по самой мама не горюй. Готово. Так, я бы, наверное, что-нибудь поел бы. Антиродинчик, готовый завтрак. Кукуруза, леденящее пиво. Радиации у тебя как бы нет. Хорошо. Крышка предмет. Да, вот крышечка. Во, смотри, хилочка. Готово. Нет, не полечила меня, когда медикс этот ментаты. Давай ментатиков навернем. Сыр я есть не буду.
Пакет крови, психа. Давай, психа жахнем. Мясо радиоактивного таракана в жопу, наверное, не упало сейчас. Тошка, стимулятор. Стимулятор, стелбой. Давай попробуем, что это за хурма у нас? О, ничего так. Ничего так. Да-да-да, ядерная батарейка, лазерный пистолет. Давай я возьму этот плюсовой его лазерный пистолет. Кстати, проверим его. О, смотри, даже все это прозрачно у нас. Так, оружие, боевой карабин. Я не вижу, сколько у него там, по-моему, хороший дамаг. О, смотри, есть патрошки, отлично, друзья мои. То, что, блин, доктор прописал, давай засейвимся. Вот такая вот штука, вот мы, получается, не видим. Я не знаю, видят ли нас враги сейчас. Это все, что у него осталось? Нихера себе. Так, что у тебя тут, друг мой? Кабиночка открывается. Во, так вот лазерный пикаль. Мне кажется, что вещь неплохая. То есть, по крайней мере, это лучше того, что есть. И здесь много патронов. Так, здесь ничего. Там тоже ничего. Во, я тебе сейчас дам, блядь. Во, падай давай, сучоныш. Меткая сучка, смотри. Хопа. Последний же выстрел, ну ёба. У меня есть, по-моему, граната. Оп. Хе-хе, сейчас бомбанет, блядь, на славу. Готово. Забываю все время пользоваться гранатами. Вещь-то хорошая по сути. Come on, SL. Тебе, блядь, покажу. Готово. Быстрый, скорострельный. И в этом реально его большой плюс. У меня есть прекрасная возможность. Это, по-моему, тюрелька была. Сейчас полутаться. Налутать кучу патронов. Тихо. Валентайн, беги отсюда. Я же должен еще попутно это лутать. Он же этим не занимается. Едем на БТ. Так, 25%. Маловато, конечно. Критический удар. О, хорош. Вроде даже попал. Или нет, не попал. Давай, давай, еще разочек. Меткая сука. Готово. Все в порядке, конечно, все в порядке. Епт. Так, автоматический пистолет я брать не буду. Грязный шлем мне тоже нафиг не упал. Что у нас здесь? Крышка. О, подожди, это надо залутать. Отвертка, изолента, всегда нужная вещь. Внизу что-то горит. Стимулятор, автоматический пистолет, солнечные очки, костюм охранника. Я, честно говоря, не знаю, туда ли мы идем, что это такое у нас, похоже на камеру. Картотека. Крышки, форма для секса, а, для кекса. Формочку для кекса, блядь. О, можно кеглю для боулинга было взять. Так, все, Олежа, что-то мы с тобой замельтешили, этого делать пока не надо. Я знаю, что можно часами играть. То есть, беседка нам говорит, что... Друзья мои, там что-то творится, блядь, неладное. Что у нас очень много часов геймплея. Конечно, лутая каждый ящик, тут реально много часов геймплея. Что-то мне не очень нравится то, что я вижу. И то, что у нас там происходит. Давайте пизданем его отсюда. Наверное, не самая лучшая затея. Притом ни разу не попало. Сука, блядь. Давайте постреляем. Пострелял? Настрелялся, Олежа? Пострелял, сука, от души просто. Классно, блядь. Так, что у меня есть? А, невидимый, понятно. Понятненько. Хорошо. Пойдем еще раз ублюдкам наваляем. What the hell is that? На, сука. Ублюдок, блядь. Их тут не так-то шибко много. Те, кто есть, конечно, могут докучать. Готово. Ты молодчина. Ну, спасибо. Спасибо за мотивацию. Так, я сейчас только крышки и патроны заберу. Самое-самое такое. И можно... Ой, стимулятор еще надо. Давай-ка кольнем себе что-нибудь такого покрепче. Вот это тут, по-моему, ништяки были. Текс, мне надо что у меня? У меня закончилось все, что, блядь, может закончиться в этом мире. Надо реально пойти закупиться. Антирадинчик, кукуруза и медикс. Давай вот это возьмем. Давай, давай, стелсбой мне нафиг сейчас не упал. Тошка, капитошка, ядерная кола. Давай раз. Давай два. Хоть так, хоть как-то так. Слушай, от них реально остается просто пыль. Это начинает пугать. Грязный шлем. Вот здесь начинается жесть. Я, пожалуй, сейвнусь. И мы с вами, блин, попробуем. Смотри, что творят. Смотри, какая вакханалия.
Нихуя себе! Тело просто улетело. Так, вырубил. Готово. Фух, я даже не вспотел. А я уже вспотеть успел, блядь. У меня не только жопа и ладошки мокрые, уже все мокрое. Фух, там у него была классная базука, надо будет забрать ее. Слушай, здесь шла самая настоящая война, здесь химлаборатория. И я сейчас попробую... Микроскоп я пиздить не буду, не нахер. Че ты делаешь? Да умирай же ты, еб твою мать. Вот это другое дело. Хорошо, химка, давайте проверим, что можно в химочке сделать. Затуманивание сознания. Стимулятор. Подожди, во. Можно готовить? Раз сколько я могу сделать? Давай сколько можно? Стимулятор вещь классная. Все, я стимку сделал, выйти. Приготовили. Вот так вот и работаешь, собственно. Так, разводной ключ предмет. Как можно, блять, из разводного ключа было сделать такую штуку? Там сюда? Так, тут у нас одни трупы. Печаль, беда. Так, давай смотреть. Получается, да, нам сюда и надо. Видимо, там их всех перевалили, к чертовой матери. Ядерная батареечка, стимулятор, забирай. Все это нам пригодится. О, легкий замок, 18 шпилек, смотри. Оп, практически с первого раза. Так, родная моя, чуть-чуть вверх. Оп, готово. Я не знаю, что здесь у нас будет, но надеюсь... Ух ты, эшка. Так, давай немножко подсветим. Крышки, солнечные очки, крышки. Ледяное пиво больше не действует. Ну и слава богу, наверное. Может, из этого мы и косили с вами. Еще один легкий ящик. Давай попробуем. Взломы я люблю. Мне всегда доставляло это в Скайриме, но там это было немножко... Ой. Упс, надо было сказать. Там это было проще. Там это было на порядок проще. Шпильки так быстро не ломались, насколько я... Ну там не шпильки, конечно, были отмычки. Да ладно тебе, ты что, издеваешься, сука? Вот это другое дело. Это всего лишь легкий замок, изолента-предохранитель. Я заберу, может, мало ли пригодится. Так, осколочная мина. Наверное, хорошая, давай возьмем. Наверное, вещь будет прикольная. Главное только научиться как-то правильно ей пользоваться. Что это у нас? Плиточка? Блядь, я только и слышу. Пип-пип-пип-пип. Тупо всю серию, блин. Пип-пип. Родная моя, ты не можешь отсюда выпрыгнуть? Серьезно? Не нужно меня расстраивать. Так, вот с этими бедолагами, конечно, здесь жестоко обошлись. Смотри, какие-то вояки. Кожаная броня для туловища, грязный армейский шлем, фланелевая рубашка и джинсы стрелка. Крышка. А кто вас завалил-то? Заметьте, мы до охотника еще даже не дошли. Так, давай засовимся. Вот так вот офнем. Вот там дело. What the hell, блядь? Смотри, как это делается. Вот так вот, блядь. Оп. Неплохо. Так, я взял... У вас слишком много вещей. Сука. Тихо. Готово. Так, надо что-то выбросить. Реально, слишком много шмоток. Крышки, охранный прутик. Сейчас посмотрим, что можно убрать. Так, друзья мои, ну что, я отдал Нику ненужный хлам. Там креолятор ему дал, например. Блять! Какого, сука, хрена? Я, по-моему, успел сохраниться. Вроде где-то в этом промежутке. Это жопа. Фух, так, ну что, я отдал ему снова вещи. Я готов двигаться дальше. Что у тебя есть? Охранный прутик мне нафиг не упал. Так, телефончик, настольный вентилятор. Будем собирать крышки и будем собирать батареи. Господи, я уже испугался, думал, там кто-то разговаривает. Что это у тебя? Лазерный пистолет у меня как бы уже есть, поэтому я думаю, что больше набирать нет никакого смысла. Кожаная броня, не буду брать. Все, погнали, погнали дальше. Что-то мне реально стрёмно уже. Слушайте, ребята, уж тут очень сильная бойня была, я вам скажу. Так, подожди, что там у нас лежит? Что это такое интересное? Это камера. Я так понимаю, что можно их где-нибудь-то использовать. Это все, что от человека осталось. И самое интересное, что я могу и броню с этого взять. Как можно взять, блядь, из кусочков мяса броню? Ну, это нелогично. То есть броня должна рваться, я думаю. Потому что в том же Ассасине такая фишка у нас была, я помню. Вопрос в том, что я вот немножко не шарю, куда мне идти. То есть я как бы иду, смотрю, вроде как все нормально. Это мина? Хорошо, импульсная мина лежала так беспалевно вообще ни разу. Ах,
Охренеть. Просто охренеть, друзья мои. Так, мы вернулись. Мы с вами сделали небольшой кружок. Как эта мина оказалась, я мимо нее прошел, для меня опять же остается загадкой. Воу. Воу. Ага, вот, видишь, психа больше не... Блять, крыша упала нахер. Спокойно, крышка, ракета. Пусковая установка у меня уже есть. Бандана с черепами я возьму. Ништяковская тема. Так. Так, пусковая есть, да, поэтому не будем париться. 10 патронов, катушка, предохранитель. Я так понимаю, что придется, видимо, против этой хрени воевать с ней как раз. Привет. Ой. Не очень меткое оружие, но, в принципе, стрелять можно. Готово. Так, тихо, что это ядерко-ло? А это бутылочка. Привет! Падай, сука. Готово. Вот так вот надо бить этих всех врагов, я согласен. Вот куда она пропала? А вот и что, что осталось. Лазерный пистолет, грязный костюм. Грязный костюм оставь-ка себе, наверное. Так, залутали. Что у тебя еще есть? Грязная армейская форма. Патронов все меньше, кстати, и меньше, поэтому надо будет в одной из серий наведать... Чуть за ништяк? Хорошая, красивая, няшная ракета. Почему бы и не забрать? Так. Меня немножко начинает подраздражать уже этот звук, который повторяется все время. Но, видимо, так и... Так и надо это думать. Так, надо выше забраться. Так, мин вроде как нет, но... О, гранат висит, смотри, как забавно. Так, с этой хурмой надо быть поосторожней. Интересно, а если Ник ее заденет? О-о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 -
Так, подожди. Оп, и граната у нас теперь нормальная есть. И сталь даже. Осколочная граната. Чудненько, видишь, главное, за что у нас лежит такое? Это вроде ничего, стяжка обычная. Так, сохранимся. Хоп. Теперь я, по крайней мере, более-менее... О! Чудненько, там где-то должна быть граната еще. Готово, сука. Что у нас здесь такое? Смотри, тут какой-то рейдер у нас валяется. Берет. Не, беретик я брать не буду. Мы взяли ништяковскую тему. Так, открыть со взрывчаткой. Давай попробуем. Неправильно, неправильно. Сейчас мы найдем. Мы же охрененные медвежатники. Хорошо, что я нашел несколько пакетов со шпильками, и теперь могу свободно, как царь и бог, все это творить. Sweet. Так, осколочная граната. Я, пожалуй, возьму, мину тоже прихвачу. Коктейль Молотова у меня много, поэтому я их не стараюсь не брать в таком количестве. Так, здесь наверняка есть мины, давайте смотреть. Тут наверняка всякая ди... О, тут можно было бы упасть. Так, спокуха. Так, надо вот здесь, наверное, разминировать. Хоп, готово. Так, вроде больше ничего такого нет. Видишь, понаставляли всякого дерьма. Здесь крышки, потрошки. Все, мы это забираем. Нам это все пригодится. Это слишком сложно, не могу открыть. А попытаться, блядь. Вот кто не пытается, тот нихера не может. Не то что в Fallout'е, вообще в жизни. Надо пытаться. Просто, блядь, just do it. Твою мать. На, сука. Ох, там обстрел капитальнейший. На, сука, еще грену туда. Нехило бомбежка у нас идет. Так, тюрельку уничтожили, отлично. Готово. Стрелок новобранец нам говорит просто: ох! Ох, блядь! То есть тебя отстреливают голову, руку или ногу, ты просто говоришь: ох! И все. На этом реально все. Там еще кто-то бомбит. Попробуем. Целься, детка моя. Она попала прямо в эту, блядь, поручню. Так, готово. Там еще какой-то ублюдок отстреливается. Но я думаю, что сейчас мы вот потрошечки заберем. Потрепанный планшет я брать пока не буду. Я знаю, что мы массу предметов ценных наверняка уже пропустили. Но вы понимаете, должны, что реально все забрать невозможно. Мне кажется, что если бы я тут... А, это Ник, блядь, я думаю, кто это у нас тут? На, Ники! Тихо, 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 сука. Блять. Тупая сука. Так, давай похилимся, пока нас не черек пиздыкнули. Что у нас много повышает? Радиоактивная кровь?
О, 20 радиаций! Классно. Давай еще радиксом закинемся. Так, свининка с бобами. Хоть как-то, хоть что-то. Долго, конечно, восстанавливает, но... лучше, чем ничего. Радиоактивная кровь больше не действует. Я так понимаю, что она работает в определенный момент какой-то. Тут разбираться можно реально очень долго. Фух, ну что у тебя? Стимулятор хотя бы есть? Уже хорошо. Так, нам надо на лифте. Ты еще не сдох? Сука. Так, чудненько. Что тут у нас? Крышечки, хуишечки. Так. Убью суку! Точнее, убью суки. Тут во множественном числе. Хорошо, я согласен. Что это такое? Пепельница? Блять, я никогда бы не подумал, что это пепельница. Стимулятор. Еще какие-то ништяки разные. Пробирки, блять, что тут только нет. Слушай, реально пробирочки. Я так понимаю, что для того, чтобы химией там позаниматься, это то, что надо. Все, поехали, наверх самый. Панель управления. Мы дошли, в принципе, с вами. Но не убили еще конечную цель, поэтому мне уже страшно. Мне уже реально стрёмно. Тут нельзя сохраняться почему-то. Очень бы хотелось. Ух, мать моя женщина. Чух-чух, блять, приехали. Так, тут-то можно зазовиться? Готово. Это еще не самый верх, я так понимаю, да? О-о-о, ты издеваешься, что ли? О, боже. Ну, давай поищем. Здесь можно подняться. Я просто пытаюсь понять, что у нас здесь. Так, докторишка. О, ментаты. Заберем. Терминал очень сложный, чтобы его открыть. Над этим работали точно лучшие умы. Я согласен, здесь так все запутано. Я ведь это всего лишь старый институт. У них же еще есть новый, нормальный, современный сверх. Ой, там что-то у нас стрелок. Я не знаю пароль, честно. Я тебе не верю. Давайте выключим свет. Так, очень палевно бегать. Кексы веселые ребята. Что-то они там жестко имеют кого-то. За два какой-то. Идем прям туда. Так, это не то. Здорово, дружище! О, Z2-47, сейчас мы его попробуем завалить. О, критическая команда! Охренеть. Он что-то достает, друзья мои, что-то достает. Мне уже, блядь, страшно. Ах ты, пип-бой, блядь, активировал, сученыш. Ну, этот невидимый стелс-бой свой. Сука такая. Давайте какой-нибудь стимулятор так наебнем, чтобы хорошо вообще было, шикарно. Жареные чипсы, антиродин, готовый завтрак. Это все не то. Ядерколу надо выпить, шашлыки из ягуанки, тошку, стимулятор. Давай тоже стелс-бой активируем. А че, у меня тоже есть? Ну что, ублюдок. Где он, мразь такая? Я его не вижу. Не вижу, поэтому активировать нет смысла. Ай! Он где-то здесь, сука! Вот это, конечно, блядь, свистопляска, ёпты. Ага, вот и где, сучёныш. Падай, сука такая! Фух, блядь. Так, чип охотника. Охотник жертва. Мы нашли с вами то, что, собственно, и искали. Стелс-бой, форма охотника... Ха, раздели его нахер. Институтский пистолет. Так, чудненько. Фух, друзья мои, мы с вами неплохо так погоняли сегодня. Давайте посмотрим, что там у нас мы взяли. Судья, форма охотника. Вещь вроде неплохая, да? 30. О, давай переоденемся. Вот такая вот моднявая форма у нас с вами есть. И я хочу надеть бандану. Сейчас я... Так, молекулярный уровень у нас начато, новое задание. Будем выполнять его уже в следующей серии. Бандана с черепами. Во! Во, ништяк, по-моему, да? Найс, ну красопета теперь как красопета настоящая. Хоть на девушку похоже стало. Здрасте. He deserved to die. I know you're not here for me, but I can't get out. Not on my own. I'm going to have to trust you to help me. Кто ты такая вообще нахрен? Наверное, не стоит, я тебе не то. Ты кто? Who are you? We'll talk when you open the door. I promise I won't run. The guard put the password in a toolbox. Over there, under the stairs. Use it to gain access to the terminal. And open the door. Так, давайте поможем этой девчонке
Уже в следующей серии, друзья, это Fallout 4. Мы проходим его потихонечку. Надеюсь, что вам понравилось. Серия реально вышла классной. Повоевали, подрались. И посмотрим. Опять же, пишите, помогает нам этой девчонке. Кто это вообще? То есть у нее имя К198. Я не знаю, кто это. Катюха 98-го года, может, какая-нибудь. Будем решать уже в следующей серии. Спасибо, что смотрели. Ставьте пальцы вверх и заходите в группу ВКонтакте. Ну и на канал же тоже подписаться не забудь. Все, друзья мои, пока-пока.